Всем привет, друзья, меня зовут Николай, канал будет Games. Фух, блядь, ебучий бой, сука. Какой же он был жестокий, это пиздец. Но мы затащили, ребята, затащили. Куда же мы нахуй денемся, блядь? Оба-на. Ты серьезно сейчас? Нихера себе. А я же реально смогу вернуться, по идее. Да, бой был жестокий. Нарезка и видосы на канале, если что. Это пиздец был, ребята. Это был такой лютый пиздец. Ну, я был бы не я, если бы не затащил это все. Сука, но это было очень сложно. Ладно. Это было очень сложно. Я хочу попробовать кое-что. Ну да. Должно, в принципе, прокатить. Но это был лютый пиздец. Ну им меня не остановить, нахуй. Я пройду этот мод, по-любому пройду. Но еще самое жесткое еще там впереди, походу. Блять, куда же еще жестче-то, я не понимаю. Жестче уже некуда, блять. И так еле-еле вывез. Еле-еле вывез. И то благодаря волку. На, мне там, конечно, повезло, но без везения там хер пройдешь. Вот реально, хер пройдешь. Всех убили, всех. Но зато я героев покачал очень хорошо, в принципе. Волк меня, конечно, там спас. Если бы не он с его атакой мощной, я бы там не выжил бы. Вот реально не выжил бы. Так, но мы взяли панельку, надо идти ее это ставить. Фу, ладно, пройдено, забыли, проехали, все. Не
не тут. Вот. Здравствуйте. Жесткий крюк дали, конечно. Жесткий, да уйди ты. Так, работает, ладно. Но что здесь может быть? Интересно, а вот если с помощью каких-то программ отодвинуть вот эту колонну, что там будет лежать за ней? Да ни хрена, наверное, не будет, ну ладно. Сундучок. Ух, ёбаный свет. Ну зачем резать так защиту? Ну бляха-муха. Опа-на. А вот это хорошо. Сто восемьдесят шесть. Хорош. Не зря сходили. А тут что? А тут вряд ли что-то будет. Ага. Блин, туда там дальше есть проход, кстати. Блин. Реально есть. А, ну тут можно пройти. Ну тут также нет ничего. Просто ради интереса. Да нет, тут больше ничего нет. Ладно, идем обратно. Да, долго идти. Ну ладно. Поехали обратно. Да ё-моё. Ну вот, колечко взяли, не уже неплохо. А интересно, вот эта херня, она больше, наверное, никому и не подходит. Ну да. Ну она говно уже, я понял. Я вас понял. Но за кольцо спасибо. Ух, так, что у нас там башенка сейчас впереди? Ну, я, в принципе, посмотрел, что там за враги. Это должно быть намного легче. Блин, как сюда же попасть? Ну, или это просто декорация? Как мне пройти? У меня нет ничего. А может, он на складе? Да нет, по-моему, там ничего нет. Ну
Ну да. Может, там был секрет. Вы же так и не написали, как туда зайти. Хотя я просил. Может, тут есть? Да нет, тут никогда ничего не валялось. Это в тюрьму, по-моему, проход. Ну да. Открой, сука! О, дыру уже заделали. Ладно, херню не будем заниматься, короче, пошлите в бой. Там нет ничего. Хера он вышел, типа, как по лестнице в дверь. Ебанулся. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да, кружочек навернули, такой нехеровый. Да что ты, блядь. Но оно того стоило. Того стоило. Оно того стоило. Давай, 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 двигай. Двигай, двигай, двигай. Как задолбался я идти уже. Умразь, блядь. Теперь мне вот сюда. Здорово, мразота. Ой, ну тут должно быть полегче, хотя хер знает. Ой. 200 хп смотрится на фоне прошлой битвы. Так мало. Вот честно скажу, так мало. Фу. Должно быть чуть-чуть попроще. Так, здесь что? Ага. Ну, 150 это, блядь, намного меньше. Фух, блядь. Ладно, погнали. Ну, с такими заклинаниями-то. В простых боях я вообще король. Это ты удачно подошла. Волк, сука, лучший просто. Затащил прошлый бой. А, тупая.
Давайте, чуваки, покажите им, кто тут сильный, блядь. Кто они после подвала? Да они черви, блядь, ёбаные. В подвале были серьезные ребята, которые дали мне просраться. А это так, хуета. Наверное. Но там были реально серьезные дяденьки. Я еле сдюжил их, блядь. Ах ты ж мразь, блядь, я ждал хода столько, блядь, чтобы она промазала, ну... Ёбаный свет, блядь. Вот и стой теперь там весь бой, в пизду тебя. Кольцо ей дал, блядь, она ебёт мозг. Проститутка, блядь. Начинается бомбежка, блядь. Конечно, по ней. Ух, нихуя ты выдал! Они дохуяли? Нахуй. Чё-то многовато выдал, очень дохера, блядь. Как-то уж совсем неприлично стало. Какой же ты мудак, блядь. Минус карна, ну а хули. Увидел, блядь, главного проигнорировал, представляешь? Главного. Ебалан, блядь. Не, ну маги вышли, ладно, потерять одного и столько магов завалить. Я считаю нормально. Сука, иди сюда, блядь. Да, магов тут многовато, блядь. Сука, ну жалко карну, блядь, мудачьё ёбаное. Но это я уже расслабился после подвала. А нехуй расслабляться. Да что ты, блядь, делаешь? Лучница там мозги ебет, блядь. Ух, ёбаный свет. Откуда ж ты вылупился, блядь.
нахер рисковать вторым ударом. Он летающий. Хотя не, нормально прошло. Лучник, сука, ой, лучник. Маг так встал, блядь. И я еще тут на лестнице. Ну второй удар, ну второй удар, ну главный, ну пожалуйста. А сейчас маг будет ходить. Пиздец. Просто неохота, только что отхилил всех, он опять сейчас кастанет. Фух, хорошо тупанул, блядь. Ой, ёбаный петух, сука, ну блядь, откуда это у тебя? Как меня эти контузии заебали еще с прошлой битвы, блядь. Хорош. Минус геморрой. Да, магов тут напихали в эту башню, блядь, будь здоров. Это называется на всякий пожарный. Еще один придурок, блядь. О, лучница даже с респа не уходит, качается. Учитесь, блядь. Жалко, конечно, блин, Карна, ну а чё поделаешь? Ничего не делает, дебил, блядь. Ох, сука! Подлюка. Ну это херня, у меня все фуловые, я даже не переживаю, в принципе.
Я еще одну ауру юзану и... Ах ты ж пес, блядь. А мне некем его достать, кроме магов. Да, заебут. На это намного проще, чем в прошлой битве. Намного. После той битвы мне уже ничего не страшно в Shining Force. Вот вообще ничего. Мне уже похер на все. У меня отряд, кстати, такой получился в этом моде, такой магический. Как ни странно, я не особо много магов беру, а тут прям магический такой отряд. В принципе, прикольно. Ставь лайк, если так же считаешь, что это прикол. Так. Ты без маны. Слышь ты, уёбок, блядь. А добить и неким. Есть кем. Чтобы главный бы что не учудил. Я знаю его, у него припадочный, блять. Блядский свет. Он за колонну встал, я его про него вообще забыл. Вот петушня, блядь. А я иду, что-то спокойно такой задумался, думаю, все. Блядь. М-да. Приколюха. Блять. Заныкался, ублюдок. Не делай так больше. Сука, не отошел еще, прикинь, охуеть.
Ну, на еще один ход он максимум будет в таком состоянии. Максимум один ход. Догоняй давай. Не то. О. Маны до хера у нее просто. Это хорошо. Так, ну давай. В принципе, должны отвлечь вот такой вот преградой. Два мага ей восстанавливают ману. Да херище у нее просто. Я вот прям не жалею, что я взял ее. Все? Это шо, ладно. Так, ну Сара сама себе восстанавливает, это хорошо. Лети. Вот сука, а. Козел вонючий. Я уже задумался ауру юзать. Ну ладно, если есть, почему бы не поюзать, правильно? Сюда подошел, блядь. Упырь. Во. В принципе, неплохо. Лучница догнала. Так, еще этому надо ману восстановить. Да, это легкая прогулка пока что. Реально.
Да. Мощно. По сравнению с тем боем, это прям какая-то, ну, фу. Просто Грифон отдался. И все. Он ничего не сделал. Он подлетел, стукнул на двушку и подох. Как будто его здесь и не было. Ну и мне же лучше. Ой, блядище, знает же, что не пробьет, нахуй, она решила так ударить. Но из-под колонны вылезла, запалилась, сучка. Прощай. Теперь твоя очередь. Их нихуя. А, там кольцо на атаку у него стояло, походу, сука. А я уже не проверю, потому что он подох. Я восстанавливаю себя ровно на один каст атласом. Я думал, кстати, добьет, что-то не добил. А Аполлон, он ушил, да, остался. Ну, в принципе, мы все магии поюзали, которые есть в игре. Точнее, в моде. Так что, я думаю, вы останетесь довольными. Я, в принципе, доволен, мне понравилось. Я имею в виду магии. Может, мы еще мой этот не пройдем, может, там в финале, блядь, хуже будет, чем в подвале раза в 4, блядь. Я знаю, этот мод, он жесткий. Ах ты ж пёс, блядь. Эх, сука, и спрятался опять. Сюда идёшь.
Мразь какая, а! По твоей наглой роже, блядь. Настучать. Это было жестко. Все, на этом этаже, по-моему, мобов больше нет. По-моему, больше нету. Тут врагов-то и осталось ни о чем. А пока я иду, я еще манну восполню. О, вот у тебя мало магии. Точнее, ее уже нету. Осталась проблема, два мага, еще там синие уроды какие-то. Честно, Воу капнет сотку здоровья или нет за мод? Да должен, по идее. Лучница была в самой жопе, вот теперь практически впереди. Нет, Тая крутая, конечно. Она тоже в битве в подвале очень сильно помогала. Так что прям она молодец.
Лучше псина, блядь. Смотрю, что вообще могут-то такое. Молодец. А ты, пес, стой там, блядь. А ты, пиздюлей, выхватывай. Выхватывай, выхватывай. Эх, нихуя. Эх, нихуя. Удивил. Нихера ты там круги наворачиваешь. Удивил, мразотник, удивил. Вот это, сука, меня еще бесило в подвале, блядь. Своей вот этой хуйней. Чуваки, блядь, вы все равно уже сдохнете тут, хули вы выебываетесь. Хотят, что-то пытаются, блядь. Волк, ну что-то слабенько совсем, либо это шаман такой прихуевший. Как ты заебал, а? Я тоже такое заклинание хочу. Бусты слетать начали. Ну, ради одного волка, блядь, в пизду еще раз. Ауру юзать третий раз подряд не хочу. Лучше он люлей навешу.
Вот вы заебали, блядь. Неприятные такие челики, если честно. Ой, манна кончилась, тихо. Уровни идут, это хорошо, потому что вдруг, не дай бог, я знаю, кританет еще пизду. Атака у них говно. Поехали дальше. Двоих только потерял уже, ну. Ну да. Галамчик, мудак, ты где? Иди сюда, падла ёбаная. Всё, как пизды даст мне. Бля, опять босс, сука, такой кайфолом. Если честно. Уже устал от этого мода, надо поскорее его закончить и потом Dark Souls проходить. Shining Force мне уже надоел. Реально, чуваки, говорю, надоел, сколько можно уже? Надо передышку сделать. Даже любимая проедается, как говорится.
Ну давай уже, хорош пиздеть, а. Я молчу, ладно. Я просто молчу. Хотя бы на два, ладно. Да вы охуели, блядь. Блядь, ёбаная хуйня. Ну ладно. Еще и ушники, блядь, новые, пизданутся. Так, ну это сразу вот так, потому что там коснули неплохо. Да. Где собираться-то, отряд, где собирать? Да я только отхилился, идите нахуй! Блять, как бесит, а? Где второй Макс Аурой? С той стороны. Так, кто страшнее? Наверное, все-таки ты, он массово бьет. Тот по одной цели, этот массово хуярит. Я не рискую, ну его нахер. Так, а ты пес ебучий, блядь. Сюда идешь. Да ладно, блядь, закрываешься ты. Все, ну подохнешь, блядь. А вот теперь с этого хода вы должны подыхать, ублюдки. Один лич, сука, вылез из подвала, наверное, мудак. Спрятался, что я его не видел, блядь, и вылез сюда, мудила. Блять, ладно. Ладно. Ты бы еще, сука, на голову ему залез, пизда магу. Да не только так могу заюзать, ладно.
Может, отдай вот пиццу. Куда пошел, блядь? Тихо. Он пошел, тихо. Так, мага укатали. Надо вот эту хуйню убивать. Что делать? Так, ТП есть. Ты типа огненный, может тебя водичкой полить? Я никогда столько не видел, блять, цифр. 216, блять, это пиздец. 200, мать его. 16. Да ты ёбнутый. Блять, и этот за ним хуярит. Типа тебе похуй. Ты, блять, ну хватит ходить уже нахуй, заебали. Блять, там лич хуярит, ёбаный рот, а? Да ты какой восприимчивый-то, блять, к магии, а? Что бы сделать. Успеть бы собраться, но я не успею.
сразу проснулся, блядь. Сломал оружие. Ну, в принципе, мне сейчас срать на это совершенно. Мне очень повезло сейчас. Мне очень повезло сейчас, что он не атаковал. Так, мне надо срочно его убить. Я знал, что бой на этом не закончится, это понятно. Теперь ты, сука, не думал, что еще раз с тобой столкнусь. Теперь вот так вот. Фу, нормально. Сейчас лич в приоритете, потому что если он десол на главного кастанет, все, пиши пропало, блядь. Блядь, про тебя я вообще забыл! Сука ебучая, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот проститутка. Надо эту хуйку убивать тоже. Обидно. Обидно, блядь. Сука, ёбаная хуйта снизу, блядь. Да что ж ты такой трапошный-то? Учитесь танковать, блядь. Лечить будет. Нахуй плёт, ебаный, а? Ой, блядь, сейчас они заебут, вот эти два долбоёба, блядь. Ой, заебут. Ай, сука. На нахуй. Ты что ж так слабенько-то? Вот, 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 сейчас надо кем-то добить.
Да ладно, блядь, что ж ты не добил-то его? Я не одел, сука, второе оружие. Слава тебе, Господи, сдох! Как же бесит, пизда. Блять, ты постоянно бил по-другому, какого хуя ты так ударил, а? Пиздец, все сейчас ходит это. Блять, как же мне откилить его? Херасе. Ну не в этом дело сейчас, вот вообще не в этом совершенно. Сука! Я не об этом вообще думаю, блядь. Как главного спасти, я думаю. Это будет жопа, блядь, это фейл такой будет, пиздец.
Нормально, ладно, пока живем. Все, отлично. Ни хера этой атакой не бил он, блядь. С какого хера решил бить, блядь? В душе не ебу. Подох бы, кстати. А, и так подох. Я хотел сказать, если бы не восстановил ХП, но он так и так подох. Блять, как у тебя много ХП, а? Было. Пидарас, а? Надо заканчивать. Хорошо, что он выбежал, этот голом вонючий. Он, кстати, был не, вообще не сложный. Галом вонючий быстро лег, быстро. Открывается анус, сука. Давай, 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 выходи. Нихуя себе прикол. Но это мы оставим на следующую серию. Блять, опять ты здесь. И ты тоже.
Но ты-то ладно. Ой, блядь. Просто осмотрюсь. Цветков, кстати, нету. Ух, ебать! Ладно, ребятки, все. Давай регресс и на этом заканчиваем. Оставим финал на последнюю серию. В принципе. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем до встречи в финальной серии и всем пока.